Шакро — молодой известный вор. В сфере его влияния крупнейшие казино Москвы. В свое время он даже пытался участвовать в переделе алюминиевого бизнеса страны. Но коллеги по криминалу довольно жестко дали ему понять, что там все места заняты. Вот оно, что там, видишь, что там. Я не знаю, что это. Это вы знаете? Нет, что я вас? Я должен вас спросить. Нет, я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю, что это? Ничего, высунули. За последнее время на Шакро было совершено 3 покушения. Сейчас предпочитает жить за границей. Поясните, что это такое? Я должен вас спросить, командир. Что это такое? Скажите мне. А почему вы меня должны спросить? Потому что вы меня сунули. Вы. Я лично вам... Ваша команда. Каракутян Маис Автандилович, вор в законе, 69-го года рождения, 6 мая. Маис Карапетян родился в Армении. Первый срок получил за кражу в 15-летнем возрасте. Затем несколько раз привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Был коронован по инициативе старых армянских воров, которые, уходя на покой, решили подготовить себе достойную замену. Ошибаетесь, ребята. Мы не знакомы? Мы знакомы с тобой, хорошо знакомы с вами. Один раз с вами, один раз даже вы к нам гуманно подошли, сказали, демократия, мы тоже меняемся. Но не похоже, это какие-то репрессии, наоборот, с вашей стороны, а не демократия. Говорят, что Карапетян соблюдал воровские традиции, никогда сам не совершал тяжких преступлений, не брал в руки огнестрельного оружия и старался особенно не шиковать. Был убит в 2001 году на Большой Бронной в Москве. Фамилия, имя, отчество? Кого меня зовут? Это хорошо. Фамилия, имя, отчество-то есть? У меня Бизаров. А имя? Кого? А отчество? Маршакович. Год рождения? 62-й. А полная дата? 15 июня 62-й. Где родились? В Тбилиси. А прописан в настоящее время где? В Москве. Я являюсь вором в законе. А сколько у вас судимости? 4. Можете назвать, по каким статьям? Воровство. Давно вас крестили? Ну, давайте это не будем. Я не хочу на такие. Карел Поцкоя Гаунзиевлев Шахру Калашову из Тбилиси, Шемдигари Шахадрови, Шесагебе, Саубрева, Чуэнлеве, Биспрагмичи, Наген Сахата Сам, Министру Арцелев, Чанцер, Шикарвани, Рикурди, Шахру Калашову, Десаубров, Здокова, Батуру, Гурчаму, Диода, Калашову, Кахатар, Гамадзис, Министру Биздрос, Сахартолоши. Украинден, Тбилиси, Девордилебули, Поцкоя, Спроцесси, Эрца, Чидайцкова, Мазбрали, Канонир, Курдоба, 127 марта, Цехеши, Мохтари, Бунтис, Организеба, Шедеба. Пойдем, 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 Пойдем,
Амасара, что не визала, кидет робимет, ампироне басес, имиторо, датчус гарише, питавира, рисароди со спироне бас, брали саукенебен, брали саукенебен, диастобен, настави суклеба, мовалюга, танускас, холода, амишем, декше, излеба, мисмир, как это вульганска, да, бебич, айтолос, кице вулеба. Ресторана в центре Москвы были задержаны сразу 4 уголовных авторитета. Вы к ворам в законе отношения имеете? Нет, вопрос оперативный. Какая разница, по моему мнению, я судья, говорю, с кем отношения имеете. Ага, я понял. Ну тогда судимости, скажите, сколько у вас? Знаю, что не 2-3. Это вор в законе Эдуард Асатрян, известный по кличкам Осетрина и Эдик Тбилисский. Один из самых влиятельных авторитетов в криминальном мире. А наколочки есть у вас какие-нибудь? Так, чтобы можно было сразу обнажить. Есть, хватает.